Коми возобновляются прямые авиарейсы из Сыктывкара в Воркуту и Усинск. Пассажирские перевозки возобновляет Коми Авиатранс по итогам конкурсных процедур, которые провело Министерство инвестиций, промышленности и транспорта республики. Авиарейсы из Сыктывкара в арктические города планируется выполнить на самолетах Ан-24 уже с октября этого года. Об этом во время своего видеообращения жителям республики рассказал Владимир Уйба. Он также подробно остановился и на теме авиасообщения с труднодоступными населенными пунктами Ижемского и Троицко-Печорского районов. Связь с труднодоступными населенными пунктами Ижемского и Троицко-Печорского районов в период распутицы будет обеспечена вертолетными перевозками. Рейсы будут выполняться по маршруту Ухта, Кою, Ижма, а также Ухта, Троицко-Печорск, Приуральский и обратно. Для организации авиаперевозок в двух поселках Кою Ижемского района и Приуральский Троице-Печорского района были построены вертолетные площадки. С просьбой решить вопрос доступности этих населенных пунктов в период распутицы ко мне неоднократно обращались жители. Теперь проблема решена. Сегодня Международный день пожилых людей, а потому эту тему Владимир Уйба также не смог оставить без внимания. Так, сегодня республиканские меры социальной поддержки получают около 100 тысяч пожилых жителей Коми. В городах и районах республики в рамках национального проекта «Демография» действуют клубы активного долголетия. В этом году в их работу внесла свои коррективы эпидемия коронавирусной инфекции, но сейчас объединения понемногу возобновляют свою работу. Также в рамках национального проекта жители региона предпенсионного возраста через службу занятости обучаются новым профессиям, повышают свою профессиональную квалификацию. В этом году такую профессиональную подготовку в Коми уже прошли или в настоящее время проходят 144 жителя предпенсионного возраста. Это дает возможность овладеть профессией, востребованной на рынке труда, а также открыть свое дело, став предпринимателем.